Guys, this is the second part of our meeting with our Turkish partners. So we will continue in Russian and Turkish who understand these languages. You are very welcome. Так, значит, дальше. У нас есть 10 уровней Да, у нас маркетинговый план очень. вознаграждения. Если вы позовете своих друзей, вы будете получать вознаграждение от их заработка на просмотре рекламы и от их продаж паспортов. И потому и по-другому на 10 уровней вниз действует реферальная система. И еще у нас будет лидерский пул. Лидерский пул будет делиться между теми лидерами, кто достиг максимальных результатов. Для сетевиков, для MLM-специалистов лидерский пул – это возможность достать доход не только с 10 уровней, но и с 12-го, и со 125-го и так далее уровней вниз. Поэтому вот эта вот реферальная часть, она такая классная. У вас нет звука, Нариман. А, вот, да, извините, давайте сейчас еще раз быстро, да, запишу, потому что это будет переспрашиваться 5-6 раз, это 100% я уверен. Так, у нас для того, кто просто без инвестиций, у него работают две глубины, правильно так понимаю? Да. А для тех, у кого Они... есть паспорт Trulland, для них 10 уровней. Без паспорта 2 уровня. Уровень, сами проценты вы знаете, и она, получается, Я его вам пришлю, приобрели... да. А, все, я понял. А у кого есть паспорт 10, а кто именно из глобальных лидеров, они получают до 12, я так понимаю. Нет. Они получают от 10, и кроме этого есть еще отдельный пул денег, который складывается и между ними всеми нарезается, между большими лидерами. Вот, и, ну А, я вам пришлю все я это понял, в от цифрах. компании. А, От да. оборота общего, да. Я понял, от компании оборота. Yatırımsız gelen insanlar sadece 2 dilini çalışıyor. Onun şu an bize puanları bize gösterecek. Ama kimliği alan insanların 10 derinlik 10 derinlik kazanç planı var. 10 derinlik. B. Büyük liderlere özel bir iki tane daha plan kazancı var. Onun da bilgisi bize gönderecekler. Соответственно, вот у нас есть несколько источников дохода, мы с вами уже обсудили. Первое, можно просто смотреть рекламу с паспортом Труленда или без Да. паспорта Труленда, получать доход. Второе, можно получать доход, строя свою сетевую структуру. Третье, в метавселенной, вот на этой ромашке, вот на этом районе, который я вам показала, можно покупать участки земли и сдавать их в аренду. Сейчас они там стоят от 900 с небольшим до 1200 долларов за один парсель. Соответственно, вы можете их купить и сдавать в аренду либо сами, либо нашими руками. Арендный доход в районе 20-25 долларов в день, потому что в метавселенных аренда считается в днях. Соответственно, те, кто хочет вот таких инвестиций, взял, купил землю, сдал ее футбольному клубу под стадион, они там, соответственно, играют на своем стадионе, ты сидишь и просто получаешь пассивный доход, как аренда квартиры. А это в зависимости от вклада, там будут какие-то разные земля, разные цены стоить? Да, они по-разному, чем ближе к ракете, тем ближе к центру, тем дороже. Чем дальше, тем дешевле. Ну, как И везде. кроме этого, и, ну, в зависимости от вклада, минимальный вклад какой находится? Чтобы получить 20 долларов, какая сумма будет вложения? 900, от 900 долларов до 1200 – это стоимость одного участка. Количество участков, которые покупаете, решаете сами. Ну, то есть за 900 долларов ты вкладываешься, и потом ты получаешь 20 долларов в день, умножаем на 30 дней – это 600. В районе 600 долларов доход. Я купил землю 900 долларов. На какой срок? На пожизненно – это NFT, это ваша собственность. Я понял. Это Это как единоразово. квартира. Вы купили квартиру, сдали ее в аренду. Все, Вас там все, ждут, все. пока В не захотите зависимости от того, продать. что в данную секунду при первой же покупке я могу ее сразу отдать в аренду. Или Да. Вы сможете все. сдать ее в аренду, начиная с конца сентября. Вопрос я Сейчас просто мы пока не готовимся. забыл. Можете показать в метавселенную эту самую ту карту Да, показать? да, да. Да. Вы пока Это самый, переводите. да, самый дорогой будет 1200, или там еще дороже есть? Есть еще дороже, но там растет цена со временем, потому что чем больше мы застраиваем страну, тем дороже это становится. Вот дешевые участки, розовые, вот эти розовые, они дешевые, вот они 900 с Это небольшим. каждая нумерация, это каждый считает одной NFT, правильно я так понимаю? Смотрите, вот каждый квадратик, то есть если мы смотрим, допустим, вот каждая нумерация – это количество участков на одном районе, скажем так, да, то есть вот если их 288 вот здесь, то это означает 288 розовых квадратиков. Вот вы покупаете один квадратик,
не вот эту все, на чем написано 200 Я понял, плюс. я понял, я понял. Да, вы покупаете Ага. один парсель. Смотрите, один парсель – это 16 метров квадратных. А, ну, там, получается, 16 на 16. То есть, допустим, если мы сдадим вашу квадратик какому-нибудь магазину в аренду, ну, 16 на 16 – это 232. Магазину 232 метра достаточно, как бы нормально. Ну, может быть, два квадратика он купит, чтобы у него было 500 метров. То есть, для небольшого магазинчика это нормально. Для стадиона понятно, что нужно будет большее количество вот этих квадратиков. Если вы купили целый район, а у нас есть такие, кто купил прям целый район, вы сможете вот его сдавать. Если вы купите маленький кусочек, и рядом с вами ваш друг и так далее, то мы будем этот договор делать с вами с несколькими, потому что нам, ну, допустим, стадиону, я не знаю, надо 20 кусочков. У вас 2, у Андрея 7 и так далее. Соответственно, мы вас Вопрос такой, объединим. а я купил сегодня, он сразу, компанию сразу дает или компания ищет, кто будет арендовать? Компания сейчас, вне зависимости от того, купите вы сейчас или нет, компания так и так ищет, кто будет арендовать, и начать сдавать в аренду мы будем с конца сентября. То есть, если вы сейчас Так. покупаете, то доход вы будете покупать, получать с конца сентября. У нас Ну, это уже всегда. очень большое количество этого распродано. Пока вот вы меня сейчас переводите, я вам найду и покажу ту ромашку, где отмечено уже то, что продано. Ну, Bak şu пока anki ben распродано. bu şu an verdiği bana devamı şirketin farklı farklı amaç kazançları planları da anlatıyor bana. Şu an Evet. gösterdiği metresilerin hayatı orada gördüğünüz pembe rengi olanlar aynı Türkiye gibi insanlar şehir diktiği zaman dükkanlar satıyor ya dükkan yerleri. Evet. Orada her bir tanesi dükkan yeridir. Onun böyle ne kadar ortaya yakın daha pahalı, ne kadar uzakta NFT gibi. Bir tanesi dükkan sahibinden 16 metrekareli dükkan. Onun 900 dolardan fiyatı başlıyor. 900 dolardan fiyatı başlıyor. 1200 dolara kadar pembe renkleri. Bir tanesi aldığı zaman senin bu ayın obru yüzümüzdeki olan ayın sonundaki şirket sen düğün aldığı zaman o bir ayda içerisinde günlük 20 dolardan günlük 20-25 dolar arasında günlük alacaksın. 9 dolar NFT'ni bir sefere aittir. Sen bunu düşün yine ev gibi alıyorsun, dükkan gibi alıyorsun. Ve bundan sonra şirket hayatı devam yaptırana kadar, yaşayana kadar sen bunu günlük 20-25 dolar parası alacaksın. Ne kadar Kiraya veriyorsun yani. Evi aynen kiraya öyle, aynen öyle, aynen öyle. veriyorsun. Вот Вот смотрите, я вам сейчас покажу эту ромашку еще раз, а, соответственно, и вы сможете понять, до какой степени у нас продано. Вот все, что красным, это продано. Все, Şu an что kırmızı... маленькие Они... точки, вот эти маленькие точки вот здесь красненькие, видите, тоже. Я Вот без это пинта. маленькие. Bak şu an görüyor Вот. musun? Kırmızı, pembe. Kırmızı olarak komple hepsi alınmış. Mavi içerisindekiler, kırmızı noktalar. Onlar da tek tek NFT gibi satıyorlar. Satılmış. 288'i bize versin senle bana. Komple ortayı. Ortaya ne kadar yakın olsa o daha pahalı. Ben pembeden konuşuyordum. O 288. Bunlar mavi daha pahalı. А которые синие, они больше процент платят синим цветом. Смотрите, вот стоимость сдачи в аренду будет от 20 до 25 долларов. Вот это вот зелено-синее, оно будет приносить примерно там 25-23 доллара. Вот розовое будет приносить 20 долларов в день. Ну, соответственно, поэтому... Pembe olan rengilerden 20 dolardan verecekler. Mavi rengi olan 23-25 arası günlük verecek. Her gün veriyor. Ne kadar ortaya yakın olan daha pahalı. Orta tam Соответственно, вот тот участок 89-й. Так, алло, алло. Алло. Да, вот сейчас слышно. Да. Я на мобильном телефоне, да. Смотрите, тот участок, который 89-й, обведенный синим, здесь у нас будет городская свалка. Те люди, у кого нет денег, они смогут разбирать свалку. Этим самым они наносят большую пользу блокчейну, помогают блокчейну работать, и поэтому за это они будут получать доход. Какой и сколько, подробно в цифрах пока сказать не могу, мы там готовимся к этому процессу. 89'ı böyle anlatayım. Çöp yeri nasıl anlatayım? Çöp yeri var ya çöp yer. İnsanlar Evet. blockchain'e yardım etmek gibi. Oradaki farklı farklı türlü kazançlar olacak. Tam oradaki bilgini bilmiyorum. Ama start verene kadar bütün bilgiler elimizde olduktan sonra ben size söyleyeceğim. Blockchain'in это вы имеете в виду там и очистка, и заработки тоже будут, правильно? Только Да, разные виды. да, 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 да.
89 olan tarafında sadece çöp bilgisi. Orada insanla para olmayan, yatırımsız olan kazançlar. Çöp yeri. Blockchain'in çöp yeri. В метавселенной у нас будет не просто большое количество всяких там зданий и сооружений, а в метавселенной у нас будут и очень разные еще явления. Например, будет такое явление, как денежный дождь. То есть, когда ты заходишь, деньги, банкноты падают с неба, их невозможно не поймать ничего, но в этот момент доход за просмотр рекламы начисляется не 11 центов, а 15 для тех, у кого есть паспорта Труленд. Соответственно, после, ну, когда он пойдет, мы не знаем. Даже мы не знаем. То есть это запрограммировано как в природе. Ты зашел, пошел дождь. Ну, повезло, значит. Чем чаще ты там бываешь, тем больше шансов поймать дождь. Metaverse'in şehir içerisinde girdikten sonra senin kimliğin varsa düşün yine ki Metaverse'in her gün güneşli hava var. Doğru doğru. Bir gün içerisinde gördün ki güneşli olmadı, yağmur oldu. Yağmur olduğu saniyede kimin kimliği var 11 centten almayacak ama 15 centten dakikası alacak. Metaverse'in içerisinde gezdiği zaman, dükkana girdiği zaman ya da dizi baktığı zaman fark etmez. Metaverse'in içerisinde olduğu dakikada yağmur Neyim yağsa adam? Ya doğru söyle. Neymar'ım sen şimdi söyle. Bana link attın ya. Orada evet. ortadaki link Oton yazıyor. Emin misin ortadaki link olduğunu? Bir daha bir sorsana. Можно вопрос задать, когда я скидываю реферальную ссылку, мы предупреждаем, что регистрируйтесь по второй ссылке. На данную секунду все спрашивают, почему именно компания Oton. Вот это можно ответить. Значит, смотрите, да, я вам обещал на этот вопрос ответить. Смотрите, давайте не путаем несколько понятий. Вообще вот у нас просто спуталось в кучу все, и поэтому люди запутываются в ссылках. Значит, есть SpaceAd. Это название нашей компании. Ольга CEO. Ольга является директором SpaceAd. Ольга... SpaceAd. Да, SpaceAd. Şirketin ismi, bunların şirketin ismi SpaceAd. Bunların şirketi adı. Metaverse'e olan gelecekte biz çalıştığımız projede SpaceAd. Tamam Space o Oton doğru link mi yani? Сейчас объясню про Oton. SpaceAd – это компания, которая строит цифровую страну. Страна называется TrueLand. То есть TrueLand – это продукт SpaceAd. Компания SpaceAd строит TrueLand. SpaceAd şirketi, böyle söyleyeyim. Цифровая, как будто по-турецки. NFT формасы не есть, но в метавселенной жизни создает компания Sailor. SpaceAd. А метавселенная, где мы это строим, называется DeXArt. DeXArt – это не наша компания, это наши партнеры. То есть DeXArt – это большая метавселенная. Мы в этой вселенной купили ромашку и строим на ней TrueLand. Мы с DeXArt – партнеры, но мы независимые коммерческие организации. Тексат и то, что где мы регистрации проходим, вот он. Да, и про Отон. Про Отон сейчас скажу последний кусок. То есть SpaceAd, TrueLand. Расскажите, кто такой Тексат, и я расскажу, кто такой Отон. Тексат это фарклы би шикетти. Херкес шикетти бизим партнер гибидилер. Бизе би адети йок. Ама Тексаттан конюшуюрум. Олар би глобал блокчейнде чилишти. Биз олардан шир меркези бембея алмышиз. Ону орда куражаз. Неймар, кусура бакма, бир шей сөйлейем. Шимди Кадир бана линки атты. Ben şimdi evet. Her yere kaydoldum. Bir Gmail'im var. Onunla girmek istedim. Bu Gmail kullanılıyor dedi. Sonra o Gmail'imle 2019'da ben Oton'a kaydolmuşum. Sonra başka bir Gmail'imle kaydoldum. Aynı sayfa çıkıyor. Yani farklı bir sayfa diye çıkıyor. Onu şu an anlatacağım ben size. Anladım. Ben de o anlatabildim mi yani ne demek istediğimi? Evet. 2019'da girmişim sisteme. Hatta Oton'larım var orada birikmiş. O zaman fiyatı daha yüksekti tabii. Şimdi tekrar kaydoluyorum. Başka bir Gmail'le kaydoldum ki ona doğrulama isterse şimdi ben bu kelimeye ben bunu sormuştum. Bunlar Oton şirketinden bu kadın biraz tanınmış olduğu için o piyasaya insanları tanıyor, sahipleri tanıyor. Ben evet. Kendime site kurana kadar, bunların şirketin ismi kurana kadar kendime evet. Ait bir link bana açın. Ben ekibimi orada kurayım. Kendime anladım. Server aldıktan sonra benim sisteme kendi bir ekibimi taşıyacağım. Bunların kendi sade, kendi şahsi şirketi olacak. Ama bu biz kayıt olduğumuz şirketten çok yakın dostluğu var, tanıdığı var. Oradan anladım. Rica etmiş ki ekip beklemesin. Start'a kadar ben ekibimi kurayım o anlamda. Tamam, anladım.
Atom и Dixart – это две компании, которые принадлежат одним и тем же людям, одним и тем же создателям. То есть Dixart и Atom – это разные компании, но они принадлежат одним и тем же людям. Dixart – это метавселенная, Atom – это система для учета MLM продуктов, для вот настроения вот этих уровней. То есть если ты хочешь настроить красивые уровни, ты заходишь и пользуешься Атоном. Само по себе Атон – это учетная система. Ну, это как бухгалтерская таблица, в общем. Это как портал, где есть учет всех твоих партнеров. И любые компании MLM могут использовать Атон для своих целей. Я сказал то, что от того, то, что вы взяли, пока не создается ваш проект, ваш продукт создается, вы сотрудничаете с Atom компанией и на их платформе создаете свою MLM-систему, которая Мы перейдет у на них, будущее на свой сайт. мы у них купили, у Атона мы купили white label, то есть они под нас создают вот этот финансовый портал, то есть Атон это конструктор, я им заплатила денег, они мне за это собирают под меня мою структуру, и она будет называться SpaceAd, SpaceAd финансовый портал. Мы его анонсируем, ну, я думаю, что завтра он уже готов. Мы внутри команды его даже попробовали уже все, мы просто отлаживаем какие-то моменты. Пока отлаживали, он назывался Атон. Сейчас, когда мы его всем выдадим и официально его назовем SpaceAd, то у всех не будет никаких вопросов, потому что они перестанут видеть слово Атон, они будут везде видеть слово SpaceAd. И им будет понятно, я присоединяюсь. Но она То есть движок внутри, как у машины, движок внутри атоновский, а сверху вся конструкция, оформление, логотип, корпоративные цвета и все-все-все спейсэдовское. Atom şirketin böyle söyleyeyim böyle büyük bir global bir projedir. O projenin üzerinde istediği bir şirket gelip kendine ait olardan böyle ekip kurma sistem alabilir. Böyle söyleyeyim. Sen ben kendime bir şirket kurmak istesem Atom şirketine müracaat ediyorum. Para alıyorum. Ben sizin linkin adınızdan böyle hesabıma, blockchain hesabıma insanları, ekibi orada bunu yapabiliyorlar. Atom sahipleri bunu daha iyi anlatabilirler. Bu böyle söyleyeyim. 20'si ayın 20'sinde yüzümüze gelen ayında Atom ismi göremeyeceğiz. Çünkü bunlar portal gibi. Bunlar destek yapan bir şirkettir. Onların blockchain üzerinden kendi sitesini yapıyor ve 20'sinde SpaceX görünecek. Atom görünmeyecek. Один вопрос задали они мне. Когда я хотел регистрироваться от той ссылки, которую мне скинули, она говорит то, что у вас уже зарегистрирована, типа, Atom система, она уже живет больше 3 лет, я так понимаю. И он, когда Да. регистрацию, когда проходит регистрацию, она говорит, вы уже зарегистрированы. И ему пришлось новый Gmail открывать. За это вопросы были много. Смотрите, Потому здесь два, здесь почему так получилось? Потому что о том, я вам говорю, их могут использовать разные сетевые проекты. И если вы уже работали в каком-то сетевом проекте, может быть тот, я не знаю, Гербалайф, там, Amway, да, какой-то вот сетевой проект, он уже использовал Атон, поэтому вы там зарегистрированы. В этот момент есть два варианта. Либо делаем новый email и регистрируемся, либо да. пишем нашей сотруднице, что я стою в Атоне, но не помню где, не помню зачем, не помню почему. Передвиньте меня под, допустим, Андрея или там под Наримана. Передвиньте. И мы в Атон подаем эту информацию, что вот этого Васю Куркина подвиньте, пожалуйста, вон туда, потому что он теперь стоит так-то. Либо можно не заморачиваться, просто сделать новый имейл и заново зарегистрироваться. Atom şirketi 3 yıl yaşadığını biz de biliyoruz. Bugüne kadar çok şirketler Atom şirketinle anlaşa yapıp çünkü insanlar var ki hazır projenin geliyor. Böyle söyleyeyim. SpaceX beklemedi. Atom şirketiyle böyle söyleyeyim. İstediği bir yeni bir proje gelsin. Aynı formada kendine de yapabilir. Bugüne kadar çok şirket Atom şirketinden çalışmış. Bugüne kadar sadece biz açıklamasını bilmiyoruz. Bu sadece portal gibi yapıyor. Gelecekte biz onu görmeyeceğiz. Direkt söyledi. Теперь давайте я вернусь к участкам земли, потому что мы там не договорили. Итак, Да. мы как компания, мы как риэлторское агентство, мы как управляющие компании вот этими земельными участками, мы берем их у партнеров, сдаем в аренду, если партнеры хотят. Если партнер говорит, я сам купил, я сам свой магазин построю, отстань от меня, ты мне не нужна, окей. Если он говорит, сдай, пожалуйста, в аренду, мы сдаем в аренду. За это мы, как управляющая компания, как риэлторы,
берем комиссию 25% от той цены, по которой мы в аренду сдали. Вот эту комиссию мы берем не просто Ольге или там ее команде, а эту комиссию мы делим на владельцев наших токенов. У нас есть три вида токенов, они уже работают, люди все получают. Соответственно, называется Space Ad Token. Получается, если я сейчас скажу, сколько он стоит и все, если вы покупаете Space Ad Token, то вы становитесь соакционером, совладельцем нашего риэлторского агентства. Поэтому, когда, может, у вас участков своих и нет, но вы видите, что Ольга взяла чужие участки, сдала в аренду, получила комиссию, и эту комиссию поделила с нами со всеми, потому что мы владельцы этого риэлторского агентства. Space Ad Token – это ваше право на, ну, на акции, скажем так, вот этого агентства. Biraz geri döndük. Biz toprak bir toprak alırken yok mu pembe yerlerimizi 9 olan dolarda. Bu şirket diyor ki ben sen gidip kendine bir tane dükkan aldın. O dükkanı kira vermek istiyorsun. Kira verdiği zaman bana müracaat ediyorsun. Ben kendime bir pembe yeri almışım. Bir tane NFT almışım dükkan yeri. Onu kira ver. Şirket onu kira verirken %25% daha, tak понимаю. 25% ya. Senin yerine кира верса, каш фиаттан верса, у сана, то от того, то, что каждый день приходит под вас, от этой суммы будет списываться, я так понимаю? Да, да, да. Senin yerine кира verdiği önemli dakikada... Olan... Önemli olan ne biliyor musun bro? Bak şimdi burada her şey güzel, problem yok. Ama bir borsa gibi düşün olayı, tamam mı? Her ürünü alabilirim ve kiraya verebilirim, bu çok güzel. Ürünü aldıktan sonra kiraya vermek bir pasif gelir gibi. Yatırım gibi düşünebiliriz. Güzel bir mantık yapmışlar. Okey. Peki bu dükkanları kiraya verdiğimizde karşı talep görecek mi? Söyleyeyim. Ya bu şu an bu şirketin 3 tane 3 tür tokenisi olacak. 3 tür token. Space token de şu an var. 3 token istedi yazdıkları tokenleri 3'ü de çalışıyor şu an. Piyasada da var. En önemli hangi token En önemli şirketin isimdeki olan Space Token bu bir. Herkes Space Token alan insanlar, hesabını tutan insanlar. Böyle söyleyeyim. Kadir Yılmaz bir tane NFT bir dükkan aldı. 16 metrekareli dükkan aldı. Onu şirket Kadir'in dükkanı kiraya verdi. Şirket Kadir Yılmaz'ın hesabından %25 это ежедневно будете забирать 25% от его прибыли. Ну, раз в месяц, все расчеты раз в месяц, то есть мы считаем по дням 20, ну, в день, но мы же не каждый день будем все вот это перечислять, да, то есть условно 20 долларов умножили на 30 дней, 600 долларов, минус 25%. Соответственно, из 600 вычли эти 150 долларов, и ему отдали 450, если он владелец участка. А вот эти 150 поделили на всех, у кого есть Space Ad Token, и так с каждого участка. Böyle söyleyeyim. Kadir Yılmaz bir tane NFT aldı. Kendi dükkan aldı. %16 metrekarelik. Kadir Yılmaz şirkete müracaat etti. Şirket onun kira yerine dükkanı kira verdi. Kadir Yılmaz her gün 20 dolar para kazanıyor. Hesabına geliyor. Ama hesap aynı sonunda geliyor. NFT dükkan. Aynı sonunda geldiği için şirket Kadir Yılmaz'ın %25 hissesini kesiyor. Kadir Yılmaz 600 dolar para kazanacaktı. %25 keserken Kadir Yılmaz hesabına 450 dolar geliyor. Ama şirket onu %25 keserken 150 dolar hesabı Space Token kimin elinde varsa o ekip arasında bu para bölünüyor. Düşünün ki deflasyon coin'i yapmış. Evet. Kimin hesabında Space Token varsa o ekip arasında kimler kira verdi, şirket kira verdiği yardım ettiği için her gün pasif ödemesi yapıyor ve ayın sonunda %25'ini kesiyor. Kimin hesabında? Sorum şu, bu ürünleri coin'le mi alınacak, dolarla mı? Все ваши продукты доллар мы покупаем или вашими токенами? Долларами. И получаете вознаграждение долларами и это. И покупаете за доллары и получаете в прибыль в долларах. То, что я отдельно себе токены купил, это отдельно. Все начисления, все покупки в долларах и оплата все в долларах. Да, да. Для нас токен – это не сама по себе какая-то монета, которая там куда-то летит. А для нас токен – это способ понять, у кого сколько. Вот у него 5 акций, а у этого 25 акций. Вот, ну, то есть мы вообще токен используем как способ учета количества акций. На Space Ad Token будет гарантированная доходность от 11 до 33% в месяц. Вот это доходность, у кого в наличии есть Space Token, правильно?
Да. А почему от 11 до 33%? Те, кто купили его дешево, он у нас изначально стоил всего 50 центов. Вот они будут получать 33%. Те, кто покупают его сейчас, они будут получать там 20, 11% и так далее. Сейчас один SpaceX токен стоит 1,5 доллара. Сейчас, секундочку. У вас токен уже давно запустили, я так понимаю. У нас SpaceX токены были запущены с начала лета. Всего эмиссия SpaceX токенов 6 миллионов, из них продано 3,5. Сейчас, секундочку. Space Token yazına böyle söyleyeyim. Şirket hale devamı var. Kimin hesabında Space Token? Kadir Yılmaz bir saniye. Sen önceki sualın. Alışlar hepsi dolardan, ödeme hepsi dolardan. Şirket tokenden hiçbir şey ödeme yapmıyor. İnsanlar hepsini dolardan alacak. Hesaba düşen kazançlar hepsi dolardan geliyor. Peki. Kimin hesabında unutmadan, kimin hesabında Space Token varsa şirket aylık %11 puanla %30 puana kadar kazanç planı verecek. Aylık. Neden %30 ve kime %30? Şirketin Space Token sayısı 6 milyon. Он, вы продали 3,5 или 2,5? Продали 3,5. Из 6 3,5 продали. 6 milyondan 3,5 milyon satıldı bugüne kadar. Satıldı. Ki en başta yazın, какого числа у вас была продажа? Какого? С 1 июня мы начали продавать, и вот в течение Haziran'ın этого времени. birinden satış başlamıştır bu sistemin tokeni. Kim önceden 0,50 centten alan insanlar, %30'u hesabını tutan insanlar %30 kâra kadar alacaklar. Bugünkü gün fiyatı tokenin fiyatı 1,5 dolar. 1,5 dolar. Böyle. Oo, gemi kaçmış gemi. Neredeydi bu gemi? Bilmiyor. Ana satayım. Öyle bir şey yok. Onun karşılığını alırız Neymar'ım. Böyle bir dünya yok. Peki sorum şu. Bu coin'in şimdi dolarla ürünü alıyoruz. Dolarla pasif Evet. kazancımız alıyoruz. Peki bu coin'in değeri nasıl artacak? Sorun bu. Bunlar coin'i hisse gibi sayıyorlar. Biz tokenin yükselmesi kaçışı arkasında koşmuyoruz. Kimin hesabında ne kadar Hani var? borsaya Biz girmeyecek yani. Herhangi bir borsada olmayacak. ваш токен будет заходить на какую-то биржу? Да, наш токен опубликован на бирже WPay, на бирже CoinGlue, и мы выходим сейчас на Pancake. 3 tane token şirketi o çıkmış borsadadır. Hangi borsalarda? Onları bir not al, onları isteyelim. Bir ikincisi de bize hediye coin, biz mesela coin aldık, bekletiyoruz. O coinlerin hepsini istediğimiz anda dolara çevirip satabiliyor muyuz? Мы должны держать на вашей платформе токены или на бирже, что получают вознаграждение? Вы можете держать их где угодно. Сейчас они лежат на CoinGlue. Это криптообменник в Телеграме, соответственно, вы можете там завести, и вы будете там видеть их в своем кабинете. Но в любом случае на том портале, который мы делаем на Атоне, вы будете видеть весь перечень ваших активов. То есть вот вы будете смотреть там, у меня 15 минут рекламы, я сейчас насмотрел, два участка земли, значит, 15 вот этих токенов, 18 вон тех токенов, вот такая-то структура партнеров, вот столько-то денег мне приносят все мои активы, и вот столько-то денег мне приносят все мои партнеры. Вот видеть все свои активы, видеть всю свою доходность от каждого актива, видеть свое дерево партнеров, видеть свои деньги от каждого из партнеров и видеть свою реферальную ссылку, вот это пять вещей, которые вы сможете сделать у нас в портале SpaceX, который мы строим на движке, на двигателе Атома. Böyle söyleyeyim. Atom şirketi ne iş yaptığını tam bilmiyorum. Çünkü ben bu token'i hiç incelemedim bugüne kadar. Ama Atom şirketi düşünün ki bizim insanlar defter var, kitap var, defter gibi. Her gün Neymar, sana yaptığı... şunu söyleyeyim. Neymar'ım, şunu söyleyeyim. Atom şirketinden Türkler hiç kimse para kazanmadı. Çok büyük zararlar yaptı. Ben onu anlatmıyorum. Ben Atom şirketinin, bunlar niye Atom şirketinin kullandığını söylüyorum sana. Atom şirketi böyle söyleyeyim. Kağıt O insanlar hiç zaman neyi kaybetmez? Yazdığı şeyi kaybetmez. Doğru mu? Atom Doğru. şirketi aynı yazdığı gibi. Blockchain'in hissesi gibi. Onun üzerinden senin ne kadar referansın, ne kadar yazdığın, ne kadar ekibinin, nerede olduğu NFT'in, ne kadar toprağın var, ne kadar koyunun var. Ona bağlıdır. Bunların kendi space sistemidir. Ama bütün bilgileri açık, şeffaf olduğu için onun üzerinde görünecek. O Tamam. anlamda söyledi. Tamam Bunların üç Neymar, tür ben tokenı. şey diyeyim. Bak şey diyeyim Neymar'ım ben. Bu
Coin nasıl değer kazanacak? Bak, ve hedefi Ha. nedir? Bunu soruyorum. Mesela ben Da NFT almadım. Bak, hiçbir şey almadım. Sadece gittim coin aldım ve bekletiyorum. Bana da biraz biraz coin veriyor. Bu nereye değerlenecek? Değeri nedir ve istediğim zaman hepsini satabiliyor muyum? Вопрос такой, какая у вас привязка к токену, как он будет ли он расти, к чему он привязан? Могу ли в любой момент я продать свой токен по той цене, в которой он находится, или она от того, что на бирже ее цену не контролирует никто? Смотрите, вы точно сможете ее продать. На бирже его можно купить, его можно продать. В любое время это без проблем. Дальше, как он будет расти? Естественно, как будет расти его цена, зависит от того, сколько людей у нас в сообществе. Чем больше людей, ну, тем больше люди хотят покупать, тем выше цена. Это первое. Второе, когда люди увидят этот реальный доход, когда они увидят, что вот участок земли в аренду сдан, вот приходят поступления, вот риэлторская. В общем, когда людям становится понятно, откуда деньги, то все начинает расти. Я вам об этом, поскольку про Space этот токен мы аренду запускаем только с сентября, то это вам я сейчас рассказываю про будущее. Я вам сейчас расскажу про наш второй токен, который есть. Он уже у нас существует с января. И по нему уже есть доходы. Я на его примере сейчас расскажу, как он растет, и вы поймете, откуда чего берется. Bizim şu an böyle söyleyeyim. Bizim 3 çeşit tokenimiz var. Bir tane token Haziran'da başladı. Biri yıl başında başladı. Elimizdeki olan yıl başındaki olan token nasıl yükseldiğini ben bir anlatayım. O anlamda siz anlarsınız. Daha iyi слушаю. Он, значит, у нас есть второй токен, он точнее был первый исторически, называется он AIM токен. AIM токен – это токен, который позволяет получать доход от лунной рекламы, вот от этой лунной дорожки, да, лунной космической Да. рекламы, и от подготовки к ней. Соответственно, AIM токен, их всего было выпущено 500 тысяч штук. И дополнительная эмиссия невозможна ни по SpaceX токену, ни по AIM токену. Их было всего 500 тысяч штук. Мы их выпустили 22 января. А, соответственно, они у нас кончились к началу апреля. Они распродались. Сейчас их продают только сами партнеры, то есть те, кто купил для этой Какая цена продажи. была покупки? Какая цена была Смотрите, покупки у них? да. Первоначально мы, когда выпустили, мы их выпустили по цене 10 долларов за штуку. К началу, апреля они у нас кончились. Мы сказали, что потом мы сделаем цену 20 долларов, и мы ее сделали. И потом мы перестали контролировать цену, потому что дальше ее контролирует рынок. Ну, почем партнеры хотят продать, и почем остальные партнеры хотят купить. Соответственно, в конце апреля люди получили первые дивиденды вот на этот токен. Они составили 29-30% вот эти дивиденды. Когда и токен в тот момент стоил 20 долларов. Когда люди увидели, что они получили дивиденды, когда они увидели, что мы реально делаем то, о чем мы говорим, то, соответственно, цена токена начала расти. Сейчас AIM токен торгуется 40-45 долларов за штуку. Вот сейчас в конце июля люди получили тоже дивиденды на AIM токен, и там дивиденды составили 35%. То есть, кроме самого роста токена, купил за 10, сейчас он Это там из стоит какого в месяц это 45, принимается? а, в квартал, там поквартально. То есть, Квартал это сколько длится квартал? за квартал, да. Сколько он длится? 3 месяца, 6 месяцев? 3 месяца, 3 месяца. Первый, второй, третий, четвертый, ну, как всегда, как в обычных. То есть, я хочу, чтобы вы понимали, этот токен, это как вот акции нашей компании. Вот Я как понял. акции Apple. То есть, ты покупаешь акции Apple, как много тебе принесет Apple? Это зависит от того, как отработает Это компания, не сколько iPhone. зависит от какого у тебя комьюнити будет. Какой комьюнити будет, как она будет развиваться, это я понял. Реклама Да. ваша, она уже давно работает, которая на лунном свете. Смотрите, реклама лунная первый раз будет показана только 28 октября. Дальше мы будем ее продавать, вот эту вот лунную дорожку. Стоимость, мы их меряем ночами. Ну, то есть можно какой-нибудь один бренд на одну ночь. Сегодня там Макдональдс написать, завтра Кока-Кола, еще кто-то. Одна ночь стоит 150 тысяч долларов. Соответственно, это то, что мы будем предлагать брендам. Пока мы к этому всему готовились, мы рассказывали, как мы готовились, и у нас были рекламодатели, кого мы рекламировали в наших чатах. То есть Ольга говорит, ребята, Луна скоро будет вот так, вот так, вот так. Спасибо нашему партнеру Визио, который является нашим сегодня рекламным партнером. Та-та-та-та-та. Визио заплатил денег, мы эти деньги поделили на всех владельцев AIM токенов. Это AIM дивиденды. token. Да, я Да. понял. Давайте я переведу. Şu an böyle Да. söyleyeyim. Bir bunların en baştaki token'in ismi AIM token. O token'in sayısı 500 bin tane ve bunun çıkılması tam olmaz.
Ya birinci ay ne diyorlar? En birinci ay. Kadir. Anladım anladım, dinliyorum. Yoruldum Birinci biraz. ay Hakikaten ne kadar hızlı sürdü. 22'sinde start verildi. Token'in sayısı 500 bin tane. 1 milyon da değil. 500 bin taneydi. Token'in sayısı 10 dolardan başlamıştır. Üçüncü ay bu token'in sayısı bitmiştir. Şirket hiçbir tane hisse kendine saklamadı. Token'in fiyatı 20 dolar kadar yükseldi. Üçüncü ayda. Şu an token'in fiyatı 45 dolar. Bu 500 bin tane 500 bin tane token'i total al insanlar her 3 aydan bir şirketten hisse alıyor. Nereden alıyor? Şirketin o yapan reklam yok mu? Ay, yukarıdan ayın parçasından. Sen gece saati çıkarıyorsun dışarı. Şirket reklam yapıyor. Şirketin bir tane reklamı böyle söyleyeyim. Google ya fark etmez. Google olsun. Coca-Cola olsun. Coca-Cola bunun bir gecesi 150 bin dolar. Bir gecesi 150 bin dolar. Bizim Para. elimizde şu an bir günlük. Düşün gene ki akşam 20 gece saat sabaha kadar aydan gelen ışıktan reklam yapıyor bu şirket. Ve Anladım elimiz Neymar'ım. Şirket zengin. Tamam, bunu anladık. Para var. Güzel akış da var. Geliş gidiş de var. İyi, güzel. Güzel ticaret. ve şu an diyor ki bizim elimizde SEM token hiç yok. Şu an bizim elimizdeki olan piyasa insanları elinde var. Kontrat cüzdanını attım. Her 3 aydan bir insanlar hisse alıyor. 3 aydan bir bonus alıyorlar hesaplarına. En sonuncu alan hissede %35 puan iyiydi. Hesabında ne kadar token varsa. Şu an düşünün ki sen bunu aldın, token'ı almıyorsun, dolardan alıyorsun. Böyle savaş. Aynen. Aynen güzel. Treći token, Üçüncü последний. токен ise en sonuncuyu anlatıyor. Да. Третий токен, про который хочу рассказать, он у нас выйдет в начале сентября. Называется Ольга токен. Наши Важно. маркетологи решили назвать его моим именем. Да. Значит, там эмиссия общая 1 миллиард, стоимость одного токена 10 долларов. Он у нас выходит в начале сентября, и Ольга токен будет официальной валютой Труленда. То есть с того момента, как он выйдет, все бизнес-процессы, происходящие внутри Труленда, будут рассчитываться в Ольга токене. Ольга токен точно легко конвертируемый в USDT. CoinGlue, биржа, где можно прямо в одну минуту поменять, то есть никаких проблем с этим нет. Но у нас это будет собственная валюта, и дальше все, что происходит, там ты заходишь в онлайн-кинотеатр, покупаешь билет. Билет ты будешь покупать за Ольга токен. Соответственно, если у тебя есть доллары, ты меняешь их на Ольга токен. Если ты пошел, разобрал свалку, тебе выплатили деньги, тебе их выплатили в Ольга токене. Можно поменять и вывести на внешний кошелек USDT-шный в любую минуту, или их можно реинвестировать там во что-то. Заработал денег на просмотре рекламы, например, купил участок земельный. Это up to you, что называется, зависит от тебя. Каждый сам решает, как он хочет. Ольга токен – это официальная валюта Труленда, соответственно, которого выходит. И с ним мы будем выходить на DEX, на децентрализованный блокчейн тоже. Уже вот выпускаться на тех биржах, где люди покупают DEX. Ну, пользуются DEX. Да. Ayın birinde, üzerimizdeki gelen ayın birinde üçüncü token ismi bu şirketin sahibi Olga olduğu için token ismi de Olga koyuldu. Token'in sayısı 1 milyar. Sayısı 1 milyar. Evet. Güzel. Token'in fiyatı 10 dolardan başlayacak. Token çıkana kadar bütün alışı satışı bizim dolarındandı. Ama token çıktıktan sonra bu bizim global yaptığımız şirket yok mu? Hayat. Evet. Hayatın her şey Olga Token'den ödenecek. Kendine bir NFT almak istiyorsun Olga Token'le. Bunların Aynen. CoinBlue'de bunu gidip satışı serbesttir istediğin zaman. Bir saniye bir sualım var. Ваш токен будет стоить 10 долларов, а на бирже? Мы на биржу выставляем его по цене 10 долларов изначально. Дальше просто часть токенов можно будет купить, часть токенов можно будет заработать в земле. Ну, выкопать, достать и так далее, заработать разными способами внутри Труленда. Соответственно, два способа токен получить. Либо купить, либо пойти сделать руками, достать. И даже когда я буду смотреть видео с первого числа, я буду получать токены, правильно?
Сейчас начинаем выплачивать в долларах, просто потому что ну, надо, мы не успеваем, надо успеть и сделать быстро. Сейчас начинаем все выплачивать в долларах. Потом оно будет выплачиваться в ольга-токене, но в доллар моментально. Мы специально сделали эту настройку с CoinGlue, чтобы идеально работало, чтобы люди не потеряли на курсе. То есть, если вы, допустим, на рекламе сейчас заработали 10 долларов, вы их выводите в ольга-токен. Если вы боитесь, что он упадет в цене, что с ним что-то не так, вы сразу меняете на доллары и живете со своими долларами спокойно. Если вы заработали на рекламе 10 долларов, и вы их получили в Ольга токене, и в этот момент вы видите, что большое количество людей забегает к нам в страну Trueland, начинают что-то делать, и вы видите, что курс Ольга токен растет в моменте, вы думаете, о, не буду пока менять на доллары, посмотрю, проходит там условно 20 минут, и он теперь стоит не 10 долларов, а у вас появилось 12 долларов, ну, просто за счет того, что курс Ольга токен вырос. Вы его взяли, поменяли уже по цене в этот в доллар, вывели 12. Соответственно, каждый будет решать сам, хочет он держать, не хочет. Зачем мы это делаем? Выплату через Ольга токен для того, чтобы увеличить количество оборачиваемости Ольга токена. Потому что для людей со стороны, дексовые всякие пользователи, вообще люди, кто криптой увлекается, да, они на биржах увидят Ольга токен, они будут не понимать, что это валюта такая, но они будут понимать, что ого, в нем проходит много транзакций. Я Şu прошу прощения. anki, da. Şu anki durumda Olga Token başlayana kadar ödemeler ve alışı böyle parça parça hepsi birdenbire Olga Token'e geçemez. Video bakarken biz bunu şu an dolardan veriyoruz. İnsan dakikasını aldı, dakikasını aldı. Gün içerisinde 18 dolarını kazandı. Ama gelecekte parça parça hisse hisse hepsi geçecek Olga Token üzerinde. Reklam izleminin kazancını dolar olarak alacak yani. Şu an biz onu dolar üzerinden alacağız. Скажите, Çok пожалуйста, после просмотра видео начисления süper. сразу будет или все вы вместе один раз? Нет, начисления будут сразу. Мы сейчас определяемся, от какой цифры будет вывод денег возможен. Мы хотим сразу, но в то же время мы хотим сберечь свою систему, чтобы она у нас не упала из-за большого количества запросов. То есть, смотрите, вот вы зашли, вы посмотрели 1 минуту. 11 центов у вас нагорело. Но Да. если вы будете вы USDT, то TRC20, стоимость комиссии 1,6 доллара. Получается, ты 11 центов выводишь, и 1,6 должен заплатить за комиссию. У тебя будет минус 1,49. Ну, как бы невыгодно. Ну, Вот, понятно, что каждые 11 центов выводить не надо. А подождешь, накопим там 10, 20, сколько, и потом это выведешь. Мы хотим сделать сумму минимальную, чтобы люди могли вывести. Но в то же время, если вы в нашу систему будете постоянно посылать миллиард запросов, дай мне 10 долларов, дай мне еще 10, дай, 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 она может сломаться. Вот чтобы этого не произошло, мы сейчас ищем, ну, такое нейтральное решение. Может 10, может 20, может 50, ну, максимум там 100 долларов. Но я хочу сделать минимально, чтобы человек заработал 10 долларов, вот вывел, вот сразу в руках подержал, пошел мороженое купил и почувствовал. То есть, с одной стороны, хотим Bizim şu an сделать вывод как можно меньше от любой минимальной суммы. С другой стороны, надо понимать экономический смысл, чтобы комиссия у тебя все не съела. Ну, потому что если даже 10 долларов ты заработал, и мы тебе дадим, на, выводи 10 долларов, но ты заплатишь 1,6 комиссию. Это 16%. Получается, потерял 16%. Зачем? Лучше уж я подожду, пока их накопится там 50, да? Ну, то есть вот Это здесь на надо его найти момента оптимальную. заработал доллары, он ее выводит как? Сначала на Тони 20. Джуна. Он заходит в портал наш, который вот мы на Тони строим. Он заходит в наш портал и там создает заявку на вывод. Указывает, хочу перевести на TRC20 кошелек такой-то. Это может быть Binance, это может быть холодный кошелек. Это ваше личное дело, какой кошелек Да, вы да, укажете. да. Просто Да, вы указываете, и мы вам туда перечисляем. şu anki durumda bizim amacımız insanlar bugün gidip baktı böyle söyleyeyim. Şirket şu an neyin üstünde düşünüyor? Ben şu an çalışacağım. Biz istiyoruz ki insanlar bugün baktı 15 doları kazandı. 15 dolar çeksin eline alsın o parayı. İstediği saniyede, istediği dakikada o parayı çekebilecek TRC 20'ye. Şu anki durumda bizim amacımız şu an düşünüyoruz ki 5 dolar koymayalım, 1 dolar koymayalım. Onu düşünüyoruz. Ben istiyorum ki küçük miktar da olsun ki herkes yaptığı hizmeti karşılığında parasını alsın. Ama bir taraftan da düşünüyoruz ki herkes 1 dolar da çeksen o komisyonu bize ait değil. TRC 20'nin de komisyonu var biliyorsunuz. Biz şu an ne yüzünde çalıştığımız şey siteye çok baskı olmasın. Herkes çekecek. Biz bunu biliyoruz. Çünkü denemek isteyenler çok olacak ve biz de 10 dolar.
En yüksek böyle yatırımsız olan farklı kazanan çekici mi yapacak? Yatırım olan kimliği olan farklı çekecek. Toprak alan onda farklı. Başka И sualımız? последний большой-большой кусок нашего бизнеса. Я стараюсь вас больше не грузить. Это правда последний, у нас много чего. Значит, наши партнеры зарабатывают с нами, и они это делают с октября прошлого года, при помощи грантов Google. Что такое грант Google? Google дает бесплатный грант на 10 тысяч долларов, но Google дает это не долларами, а дает это рекламными услугами. Мы эти рекламные услуги посредством наших партнеров-маркетологов продаем рекламодателям. И наши партнеры, кто получил Google, мы помогаем получить Google грант, потом его продаем коммерческим партнерам, наши партнеры получают доход в долларах. То есть их ничего не волнует вот эта реклама, они просто получают доход в долларах. Соответственно, как это происходит? То есть Google говорит, вы должны владеть некоммерческой организацией, и тогда вы сможете претендовать на Google грант. А мы для вас под ключ, если хотите, оказываем этот пакет услуг. Мы для вас создаем некоммерческую организацию, создаем сайт, подаем заявку в Google, получаем одобрение от Google, потом вот эти вот 10 тысяч рекламных услуг продаем коммерческим компаниям. Коммерческие компании с удовольствием заплатят нашим маркетологам 8, а не 10, потому что они как коммерческие бесплатно получить не могут. Если они пойдут в Google и купят рекламу, то они за это заплатят 10 тысяч. Им выгоднее отдать нашим маркетологам 8. Соответственно, они отдают маркетологам 8, маркетологи 3 забирают себе за то, что они работают, и 5 отдают вам, это ваш доход, там 5 тысяч долларов ежемесячно от вот этого сотрудничества. Сейчас у нас уже очень большой, у нас несколько сотен, 800 с лишним партнеров, кто уже это сделал, и они ежемесячно этот доход получают. Это может быть один человек, они могут скинуться вдвоем, втроем, в пятером, в десятером, как хотят, и получается, соответственно, если ты один, ты 5 тысяч получаешь. Если у вас 10 друзей собралось, ну, каждый 500 получает. Вот в любой пропорции от 1 до 10 можете скинуться и получать этот доход и значит, иметь. Но сейчас для наших партнеров это все было просто сделано руками наших маркетологов. Что мы сейчас делаем? Мы у маркетологов забираем вот эти доступы к этим сайтам, к этому всему, отдаем нашим партнерам, тем, кто владеет вот этим Google грантом, и предлагаем изменить сайт на искусственный интеллект. Потому что если у тебя, ну, контент, в смысле, тема сайта, да, искусственный интеллект, потому что Да. с Нового года, если человек владеет вот этим вот сайтом, там написано «искусственный интеллект – это круто, роботы помогают нам жить, ля-ля-ля-ля-ля», вот это все, то туда можно положить несколько рекламодателей, ChatGPT, Midjourney, несколько роботов положить и получать эти 5 000 доход не от одного, а от А, разных. То есть, пятерых. да, то от 5 000, то есть вы будете получать 25 000 при том же раскладе, потому что они друг другу не конкуренты. Вот и там же можете продвигать свой Space Ad бизнес, рассказывать, вот Space Ad, я вот там то-то-то, вот моя реферальная ссылка. То есть мы даем каждому партнеру первое, инструмент для продвижения нашего бизнеса, чтобы он мог это делать. Второе, мы даем каждому партнеру возможность зарабатывать даже без нас. Ну, не значит, что я куда-то денусь, но теоретически после этого я вам не сильно нужна. У вас есть 5 рекламодателей, которые платят вам напрямую. Есть Ольга, нет Ольги, что там, как, где. И у вас это ваш дополнительный источник дохода. Вот такие Это пакеты мы последнее. делаем для каждого. Она будет у вас находиться на платформе, чтобы это Да, это не... все есть, все в портале вы будете видеть. У меня Google грантов один, Просто мне нужно дверных для этого, участков пять, токенов сто. чтобы это все объяснить, это нужно еще и показывать. Когда мы будем идти делать Я именно вам пришлю, у нас все презентация, записано, в презентации все есть. когда презентация есть, ее очень легко и показать, и пойти поэтапно, потому что здесь очень много видов направлений, и каждое направление связано с чем-то, привязано к чему-то. Так сильно, не знаю, взрыв, я не знаю даже. Я не думаю, что это до такой степени. Здесь бы начиналось с одного, а мы пошли на другое. Я очень рад, что мы с вами пообщались. Я получил очень много эмоций, очень много энергии. Сам я позитивно даю сам энергию хорошую людям. Да, Риман, я это тоже чувствую. Про Google Grant переведите, пожалуйста, ребятам хотя бы вкратце вот то, что. Abi şu an bunların sonuncu tarafta kazanç da var. Gelecekte şu an sistemdeki olan bize bir yazılı formada gönderdikten sonra ben onu görüntülü forma tercüme yapacağım. Reklam sen kendin reklam sahibi gibi olabileceksin. Sitede hizmet bir sefere ait alacaksan ve büyük şirketlere şirketin üzerinden
Reklamı sen satacaksın. Ve reklamın sayısı böyle söyleyeyim. Onun fiyatı şu an belli tam değil ama yazı formada bize verecekler. Onun fiyatı aylık kazancı 500 dolardan 10 kişi arasından 5.000 dolara kadar para kazanabileceksin. Şirketin sahibi hissesiyle başlıyorsun. Sonra kendine çevirip kendini kazanıyorsun. Proje gayet güzel mimarım. Ben direkt de söyledim. Çok fazla bir bilgi aldık. Biz nasıl çalıştığını öğrenecektik. Geldik nereye geldi çıktık. Kendimiz de görüyorsunuz. Enerji formasında. Keşke biz bu sistemi önce bir duysaydık. 500 bin tokenden ben de alırdım. Çünkü güzel bir rakam. Büyük bir rakam değil. Hem de neyse bir bağlantısı vardır. Sonra ikinci bir parçası. 50 setten 3,5 milyon dolar token satıldı. Ve token şu an bunlar satıyorlar. Sattığı parçadan da bir sürekli damlıyor. Hem de CoinBlue tanıyor musun, borsa CoinBlue? Evet. O borsada bu token, iki tokenler var. Olga token şu an yok ama o iki token orada var. Bilmiyorum satıyor satılmıyorlar. Bir bakmak lazım. Vallahi bro, Türkiye Söyle söyle dinliyoruz seni. geliyor mu? Alo. Geliyor geliyor. Şu an geliyor geliyor. Tamam. Bro, Türkiye piyasası boş. Projeleri de fena değil, sürükleyebilir yani. Daha çünkü 3-4 tane, 5 tane projesi var. Oradan oraya, oradan oraya algıyı götürebilir. Bu güzel. De bunlar baba 0,50 sentten 1,5 dolar olmuş. Yeni coinlere çıkacak. Ona da okey. Ne bileyim ya, bir Türkçesini yapsın, bir göndersin. Bir bakalım. Kim kaldık? Biz kaldık, değil mi? İyi, daha kimse yok. Hani bir de bizi şey yapsınlar. Sen bilirsin Neymar'ım. Sen ayarlarsın orayı. Ama bir Onu projeyi konuştum. görelim. İlk önce projeyi görelim. Evet. Yapıp yapmayacağıma Tek karar proje görmeyelim. Biz deneyelim, çekelim tamına bakalım. Ondan sonraki piyasa. Çünkü Türkiye'de yürümek için arkasında büyük güç olmalıdır. Sadnoy stane yapso dal получили очень досконально, очень красиво. Все поняли. На эмоциях, но опять-таки же есть очень много но. Но это мы ждем старта, мы ждем первых начислений. От этого очень много чего у нас на руках. И мы еще не раз с вами будем выходить в Zoom, если вы позволите, захотите с нами выйти пообщаться, услышать нас. И мы в следующий раз будем в 5 раз больше с большими лидерами, нашей окружающей средой, с нашими блогерами, ютуберами. Что еще сказать? Отлично. Я хочу сказать, что ключевая история, принцип, зачем я все это делаю, мне очень важно показать людям, что нормальный, настоящий, прибыльный и прозрачный бизнес в интернете существует. То есть SpaceX — это не какой-то там проект, вот надо уйти, войти первым, выйти первым, вот это вот все. Мне такая логика не нравится. Я вообще не про это. Я хочу долгоиграющий, прибыльный бизнес на века и показать людям, что не все вокруг лохотрон. Они очень много обжигались в разных пирамидах. Вот давайте вместе покажем людям, что честный и прибыльный бизнес в интернете существует. Почему? Потому что мы сами его делаем своими руками и в прямом эфире всем делимся. И когда у нас все отлично, у нас успехи, мы в открытую об этом говорим, что ребята, смотрите, вот у нас успех. Когда у нас какая-нибудь система где-то сломалась, что-нибудь сбой произошел, мы в открытую тоже говорим, ну вот смотрите, здесь сломалось, сейчас починим, о, вот починили. То есть правда, чтобы она... Труленд — это страна, где правда торжествует. У нас подход вот такой, и он на всех языках прописан. Поэтому давайте докажем людям во всем мире, что можно зарабатывать деньги классно, честно, веселясь в компании тех, с кем тебе вот близко и хорошо. Это А еще, идеологическая да. история. Потом я, когда еще будем делать презентации не раз, и когда ты читаешь по тексту, это более эффективно, ты вспоминаешь, о чем ты услышал от основателя проекта. Для меня очень все прозрачно, я все увидел, все понял. И тем более нас такие люди связывают, потому что я имею большой опыт, и в многих проектах тоже побывал, почувствовали. Я очень рад, Ольга Попова.
Спасибо вам большое. Все, я ссылки сейчас вот на записи пришлю вам, соответственно, тоже можете смотреть. Андрей, добавь, пожалуйста, ребят в канал SpaceX и Earthlink, зарабатываем на космосе, который, потому что там есть вся информация, там можно все прочитать. Добавь их в Confirmation с Google Grant, чтобы, соответственно, они зашли, увидели. У нас есть отдельный чат, где люди, которые в течение вот этих месяцев получают от нас доход, они прям выкладывают скриншоты. Я получил, я. То есть у нас подтвержденная история в течение вот, ну, с октября уже там 11 месяцев. А, поэтому заходите, добавляйтесь, читайте. Не надо мне верить. Идите пообщайтесь с людьми, которые получают. Их спросите, ты что, правда получаешь? Пусть они вам ответят. Не надо слушать У слова типа. меня здесь надо, ну, мы ждем. У нас есть 20 число, очень хорошее число. Да, нет, Там я про то, время. что по остальным, про остальным нашим Да, 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 продуктам, да. там Это уже мне надо в результаты, любом уже случае можно надо получить поверить. все в письменном виде, надо еще будет получить, чтобы это. А на турецком у вас что-то есть готовое, кроме. На турецком только вот те видео, которые я высылала Андрею, соответственно, он вам пересылал вот эти вот видео. А, ну разработку не сказал. У нас есть разработка в области искусственного интеллекта, которая позволяет нам видео переводить на разные языки. Вот те видео, которые он прислал, вы видите там Ольга. Я, вы видите, вообще не говорю никак по-турецки. Вот, но, соответственно, там Ольгиным голосом, Ольгиными губами робот рассказывает вот эти основные вехи нашего бизнеса на турецком языке. Вот ими делитесь. Ну, а вы у нас появились, теперь мы будем делать презентации и на турецком тоже. Вот. Да, я могу. Я всегда делал презентации на турецком языке во многих странах, и это у меня получается хорошо. Люди меня понимают. Делаем иногда ошибки, но ничего, нас переспрашивают, мы стараемся без ошибок объяснить все. Хорошо, я рад был пообщаться. Вам Взаимно. хорошего вечера. Спасибо. Будем на На связи. тебя. Да. Да. Всего Сейчас счастливо. я ссылку скину, которую под видео, чтобы вы поставили нашу регистрацию. Да. Да, я уже Андрей написала. Спасибо Мы еще большое. даже. Да, я тоже вас рад услышал. Все, teşekkür ederim. Kadir senle görüşürüz, konuşuruz, tamam mı? Tamam, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Da, спасибо большое, до новых встреч. Thank you. Пока-пока. Пока-пока.